Здравствуй, дорогой зритель. А что у меня какие-то руки синими кажутся? Что за ерунда такая? Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Нож, посылка, очередная радость для ребенка. Нос. Да, без долгих пререканий, давайте открывать. У китайцев явно нет абсолютно никаких проблем с пенопластом. Прям вот напихали, чтобы ничего не помялось. Все в этом отношении чудесно. Еще и пупырка. Опа! Ёшкин ты кот. Блин. Узнаете, потрясающее качество. Ну, единственное, значит, видите, прям как шарнирчики полностью все как полагается ходят. И такой. Просто, по-моему, чудеснейше все это дело выглядит. Ну, колеса. Вот передние колеса прям немножко как подзадевают, но особых проблем с этим нету. Размер. Ну, прям то, что надо. О, все-таки открывается. Видите, вот эта вот часть у нас открылась. Там у нас мощнейший двигатель. И я подозреваю, еще будет открываться вот эта часть здесь. Тоже, видите, вот прорисовка такая достаточно хорошего качества. Сейчас наделаю фотографии, запущу вам видеоряд. Никуда не уходите. Не забудьте оставить комментарий. И, собственно говоря, позову ребенка, посмотрим, как он будет рад этой машинке. Что у меня для тебя есть, сыночка? Заходи, дорогой. О. Да, а что это? Да. Вот такой вот экскаватор. Тебе нравится? Да. Сильно нравится? Ух, да? Ух. Ну, а если вот так вот крутить, он будет еще по-разному ездить. И можно вот так вот. В песочнице ты будешь самый модный. Но уже, видимо, на следующий год. В этом только есть и снежок, да, сынка? Тебе нравится? Ну, подними его немножко. Подними, чего ты. Нравится тебе, сынок? А? Доволен? Фу. Да, это пенопласт, это я сейчас выкину. Ну, что скажешь? А? Сынка? Ну, ребенку, по-моему, нравится. Да, Вов? Доволен? Ну и ладушки. Все, за сим, я думаю, можно прощаться. Всем всего, до скорых встреч.